все для тренировок. Он мне вчера вывихнул все-таки руку канатом. Кто? Нифига себе. Где моток Кирилл? Моток фал, фал, фал. Андрей, ты знаешь, где фал? Нет, там посмотришь? Я посмотрю. О, да. О, нормалек. Три мяча, да. Так. Да. Болит. Мне разрабатывать надо, разминать. А вдруг я сейчас упаду? Канатом. Нет, еще раз. Он долго-долго не мог еще выбить. Раз канатом. Долго-долго не мог выбить, а потом что-то я, видать, опять ротик приоткрыл. Он вопросом как воспользовался. Так. Это вот нам надо на стойку. Где-то красивая должна быть. Вот здесь палатку можно поставить как стойку. Вот здесь. Где-то вот просто вот здесь как-нибудь прям чик лежит, человек подошел, сфоткался, посмотрел, потому что там у тебя желание, чтобы никто туда не ходил, а здесь как-нибудь, да. Возможно. Леший, ты куда? Леший! А у людей-то интерес уже просыпается. Конечно. Там уже все, там уже. И что это самое, мы к вам, там туда-сюда. Где? Народ. Да ладно. Андрей Николаевич, если нам надо понять, где мы будем ходить, крикнуть, стрелять, бросать, бороться. Где-то вот здесь, где найдете, надо будет там уже и ложить. Где вы покрутили кремочку? Я понял, как-то мы применим сейчас. Так, это у нас зажигательный, да? Да, для огня. Для огня давайте в сторону. Жень. Давай для огня пока сюда складываем. Все, что для огня. Все тренировки с бревном, допустим, вот здесь. Вот здесь, возле бревна. Сейчас сабли готовим, пока все здесь. Мы фотографируемся, потом потом уже пора разогревать. А, тогда все, мы сейчас начнем делать. Давай, потихоньку. Кто-то давай, во-первых, Серег. Да. Давай сделаем так. Кто-то начинает разогревать, а ты командуешь, что дальше сделать. Подготавливай. Я думаю, сейчас, да, начнем. Поиграем с бревном. По сути, да? Как это? Сейчас Диман придет. Сейчас Диман придет. Да. Кто кого рубил? Да, просто они сейчас купаются, отдохнут.